Так, ну, поехали, где мы там остановились? Как обычно у таверны, как обычно упакован стрелами по самые эти самые. Хорошо, что такое? Вулкан-то завезли, так спроси у нее. Женщины любят погорячее, сами понимаете. А боты любят особенно горячие. Вон, вулкан аж. А я бы там к Локвуде. Павуки. Павуки. Так, я тут... Хорошо, этого я больше, был, да. Чем достаточно. Шахты? Время бурить шахты, господа. Хорошо, что такое? Они побурить ли нам пару шахт? Но перед этим, конечно же, нужно уйти в кусты. И посмотреть, что тут есть, кроме шахт. Говорят, это здесь книга еще валяется на жопу. Ходили слухи. Которая имеет силу обратной тяги. Накачает мне жопу, даже если я ее сейчас возьму. За все телосложение, за все пропущенные лава-лапы. Тушить врагов прощу, как вам такое? Надо было делать билд через прощу. У нее реально дамага куча. Tons of damage. Там... Базовая 11-14 вроде. Дамаг. А с прощой плюс 2, так и вообще 13-16 было бы. Почти в два раза больше, чем у меня. По минималке. Ну, минус один така. Зато ядрить там дэмэджа. Проща реально имба. За счет скилла от силы. Здесь как бы есть композитные луки, но они как бы композитные, но не скелятся от силы. То есть они дают, конечно, дамаг бонусный и требуют много силы, но при этом, блин, скелла от силы нет, как в последующих частях Невервинтера. Впрочем, чему удивляться, почти во всех ДНД луки говно. Так что, сегодня рано, как тебе сказать. Естественно, БФГ, но не то, что БФГ, но по дамагу обходит лук просто как изи вообще. При условии, что у тебя достаточно бицуха раскачана. Можно было, конечно, вообще сделать какого-нибудь... Да, вот в Невервинтере это луки заиграли, конечно. Там-то ух, луки. Можно было вообще делать, типа, человека, дуалера, взять пятый уровень воина, прокачать на 5 звезд прощу, а потом пойти в мага, но тогда нужно мага 5 левела. Там же как дуалы работают, типа, ты начинаешь за воина, например... Качаешься как воин. А потом свапаешься, потом берешь класс мага. И пока ты в классе мага, все уровни воина у тебя забываются, ты просто нищеброд. То есть ты докачался до пятого воина, потом бах, такой первый уровень мага берешь, и все, ты бомж, который ничего не умеет. Ты как будто первого уровня маг. А потом... докачиваешься до пятого мага и вспоминаешь все обилки уже воина. И тогда-то начинается игра. Проблема в том, чтобы дожить. Либо вообще... Здорово, Артём.
Так и тянет с белками в лесу заговорить после дивана. Либо вообще, знаете, взять один уровень мага в начале. Ладно, может быть. Три уровня мага. До какой-нибудь невидимости. Тут все равно одно говно дальше. Третий, четвертый, пятый круг. Во-первых, гагну, во-вторых, еще хрен доживешь. Берешь, короче, чисто 2-3 уровня у мага, а потом все воина бахаешь и бегаешь воином со слеплением и прощой. Причем прощой там с прокачкой на фул. Ух. Чем дуалы качать. Поясни, в чем прикол дуал-класса. Ну, дуалеры не теряют своих фишек. Там что-то душноватое объяснение, но... Типа... Я как дуалер могу прокачать, скажем, длинный меч только на 2. Типа в любом доступном оружейном навыке может достигнуть только 2 уровня специализации. Если чистый воин может 5 очков специализации, ну то есть вообще полностью мастером оружия стать, получить там и урон, и атаку, и дополнительные атаки за раунд, вот, то как бы дуалер не может. Мультикласс только 2 звезды вкинул и все, чиль дальше. 2 из 5. При этом там ты качаешься параллельно, типа, вот как я уже говорил, то есть тебе нужно, чтобы получить бонусы и того класса, нужно, допустим, 3 уровня воина взять, потом 3 уровня мага. И только когда ты возьмешь 3 уровня воина, 3 мага, ты станешь... Ты получишь бонусы лучше из того и другого класса. Ты будешь классный как воин и классный как маг, но при этом там, по-моему, нельзя добраться до высших фитов. Воины и мага, какие там крутые обилки вроде и воин и маг получают на в самом высоком уровне. Вот при дуал классе ты их не получишь. И потом у вора возможность юзать любые предметы. А вот при мультиклассе можно получить их. При этом ты в специализациях ограничен, не можешь прокачать специализацию там до конца. Но я там мультикласс эльфа, да, я сейчас про дуал, а дуал только для человека. На ней же действует слепота. Действует. Я же слеплял пырей. Я не особо эксперт, но вроде как-то так эта вся бабуйня работает. Я просто подумал, что было бы прикольно сделать именно воина с прощой и немножко мага. Потому что в любом случае, как бы, юзаю, считай, только ослеплели эти. Только первый круг заклинаний у мага и приживало. Приживало и ослеплели эти, ну вот, все. Они все на первом круге получаются. Ну, инвиз еще. Инвиз вот на втором. А все остальные заклинания выше все равно бесполезны. Чем они лучше мультикласса? Так я ж только что тебе объяснял. Специализацию можно взять, например. Я мог бы быть сейчас мастером лука. И вот у меня там еще раз. Смотри, тут же написано даже. Мультикласс может взять боец маг, совмещает способности бойца и мага, но может произносить заклинание только бла-бла-бла, как кольчугу. В любом доступном оружейном навыке может достигнуть только 2 звезд. Ну, то есть ты не можешь оружейный навык прокачать за мультикласс выше 2, а за дуал класс можешь. Ну и мультикласс, он еще ограничен тем, что тебе нужно, допустим, чтобы если хочешь делать воина-мага, тебе нужно делать и эльфа. То есть ты только из эльфа можешь его сделать, этот мультикласс. А какой-нибудь вообще любые другие комбинации тебе, допустим, недоступны. Да, дуал, как бы, ну, человек, дуал может вообще любые классы совместить между собой. Что угодно там. Плюс дуал-классам доступны киты, которые... Например, есть воин, просто воин, а есть воин-берсерк. В мультиклассе ты всегда используешь только воина. А в дуал-классе ты можешь взять воина-берсерка. Ну, со специализацией. А потом взять, не знаю, дикого мага к нему. То есть ты можешь быть диким магом полноценным, да?
и быть воином-берсерком. Здравствуй, Лолушка. А беря мультикласс, ты просто воин и просто маг, и ограничен еще 2 звездами. Но при этом можешь взять высшие фиты воина и мага, если докачаешься до них. Ну, в этой оригинальной кампании до них точно не докачаюсь, но вот во второй части, допустим, докачаюсь. Но душит отсутствие специализации в звездах. Ну, что-то вроде пилларсов, да. Что-то вроде того. И самый главный минус, типа, что тебе, вот, ты хочешь прокачаться до классного воина, когда ты можешь себе специализацию, ну, все звезды специализации себе взять, и до классного мага, но вот ты докачиваешься до 5-го воина, и после этого идешь в мага, типа, ну, ты берешь класс мага, и все, ты бомж, маг 1-го левела, и все твои 5 уровней воина до этого, как будто их просто нет, все, забудь о них, до тех пор, пока ты мага до 5-го не докачаешь. Это вот самый душный момент в дуалах, Драстелвали. Ну... Опять же, я смутно себе представляю это все. Это так я там немножко почитал, немножко повкуривал, манулы. Вроде как-то так это все работает. По крайней мере, должно работать. Если что, папашки меня поправят. Так же это и во второй балдурке. Навертили, конечно, но типа того. Но если как бы в конечном итоге рассматривать вообще все это, то, ну, плюс-минус они примерно одинаковые будут, что мультик, что дуал. Ну, по конечной эффективности. Где-то примерно... Знаешь, примерно на одном уровне. Может, где-то в чем-то, кто-то в чем-то будет лучше, а где-то кто-то в чем-то будет хуже. Наверное, для оригинальной балдурки дуал класс выглядит поинтереснее, исключая тот момент, что нужно запотеть там и с нуля прокачаться. А вот. Ну, это по крайней мере для соло. Типа для пати-то что тебе в пати? В пати за тебя и пати может затащить, прокачать тебя. Соло душновато, может быть. Но если немножко потерпеть, буквально немножко потерпеть, то билд заиграет, и все мы будем счастливы. Только пришел, что они не атакуют? Они слепые. Заклинание ослепления. Так работает. Да, когда бы этот билд этот самый заиграл. Главное не бухтеть и терпеть. И билд заиграет. Все как обычно. Сначала бегаешь, бегаешь, терпишь, потом такой спрощи с ослепления. Ух! Бах! На 2 часа. Добрый день. О, Танатафт, спасибо большое. Добрый день. Вот ты рофлишь, а оно на 2 часа работает, между прочим. Длительность 2 часа. Это единственное заклинание, которое нормально работает на этой сложности наркоманской. Лакдар, стой, дистейшн, назови свое имя. Мое имя Куколдун, я путешествую в поисках приключений. С какой целью вы здесь? До меня дошли слухи, что поблизости завелись виверны. Виверны? Да, с ужасными клыками и таким сильным ядом в хвосте, что его достаточно для убийства дюжины лошадей. Прошу прощения, но у меня есть срочные дела в другом месте. Рано, молодой человек. По сути, 1 левел накопал, остался. А хрен его знает, я ж не эксперт. Эксперты вроде говорили, что да, но... Как угадаешь?
имя мне Куколдун, ибо я только посмотреть. Так вот он примерно и выглядит, геймплей на... Baldur's Gate. На наследии Пипа Кловина. Мы тут вчера посчитали и пришли к выводу, что у... на наследии Бала у белок по 75 хп. У белок в лесу 75 хп. Вот у этих вот. Как бы белка спокойно переживает там 3-4 фаербола, вообще изи. За одну экспу. У меня сколько? У меня 75. Ну, я сейчас как белка. То есть, придя к совершенству и физической формы, и взяв прерывалу, я становлюсь как белка. Да я уже до капа докачался. Это коротко о геймплее. За них опыта дают, даешь фарм на них часов на 10. Одно экспу дает. Одно. Мне там 30 тысяч нужно. У меня шекели на стрелы закончатся. Давай сюда. Быстрее. Чем я прокачаюсь. Мне нравятся белочки Лоли. А Dragon Age сколько стоит проходить? Так известное дело, вон видишь, в правом верхнем углу топ донатер месяца там заказывает прохождение, ну либо стример сам когда-нибудь доберется. Не хочешь снять кап левела? Не. Хочу снять женщину. А кап левела не хочу. Иначе как я потом буду смотреть папашкам в лицо, которые будут мне рассказывать про сложности в старых балдурках? С телефона? Ладно. Я тебе скажу. Погоди, погоди. 10856 рублей стоит. На текущий момент. Ладно, 10855 и одна копейка. А, тут целый лагерь, ну да, ну да. Уже берусь. Из-за короны страшно снимать. Зачем женщина-белки? Ну, блин. Чтобы она еду готовила, не знаю. Скворечник сделала. Нужно или как там... Вступать, Вар. Чего тебе? Уже берусь. Как называется скворечник для белок? Бельчетник? Вытаскивай свои кинжалы и заклинания, посмотрим кто кого. Не стоило тебе переходить дорогу нашим нанимателям, так что дальше ты уже не пройдешь, приятель. Я должен был догадаться... Точно, дупло. Дупло.
Чтобы дупло и построить, и кормить ее. Скинь свои кинжалы и заклинания, посмотрим, кто кого. Не стоило тебе переходить дорогу нашим нанимателям, так что дальше ты уже не пройдешь, приятель. Я должен был догадаться, что всякие лентяи по типу охотников за головами не справятся с этим заданием. Я всегда говорил, что никогда не нужно доверять этому второсортному сброду. Думаю, ты не будешь против обсудить это. Нет смысла в кровопролитии, нет смысла проливать кровь. Да, кровопролитие просто необходимо. Мы ждали этого весь день. Ты слишком умело сражаешься, поэтому мы здесь, чтобы остановить тебя. Ты же не думаешь, что нас позвали давить клопов, верно? О, вообще именно это я и рассчитывал. Ни хрена себе. Нужно было вступать в армию. Ну так в пи... Хорошо. Что такое? Топил. Говори. С груди кормить? Ну... Сделано. Можно еду для белки на грудь положить. Если есть на что положить. Так, я понял, мы тут долго не протянем. Отступаем. Тактическое отступление. Бельчишник в Вегасе. Ботинки подъехали, о май. Взял, спойлернул, ну что за человек такой? Ну, мне нужно почилить, а то что-то душить нечем. Спойлерить тапки, ну так он уже спойлернул, где они находятся. А вот с кого падают. Знаешь, как было бы классно сейчас снять и сказать: вау, ботинки! А теперь уже не скажу. Теперь уже все знают, что это вау, ботинки. Пик не тот. Вообще, я бы мимо них никак не прошел. В конечном-то итоге. Потому что они по мейн-квесту просто. Мая не работает. Неплохо. Серьезно, молодой человек. Сделано. Блин, а может все-таки сработает, а? Говори. Сработает. Сделано. Давай закончим болтать и перейдем сразу к смертоубийству. Еле сила морозного великана, сила на 21 повышается. Это обычный Моргенштерн. Ну так уже берусь. Сделано. Души его, души. В конце концов под хостой. Чего? Подожди, давай куколдуна додушим. Найс. Ну так вперед. Уже его. Ну, с боссом качалки-то за спиной. Хорошо. Что такое? Говори, уже берусь. Так, колдовство, куколдовство. Все, не лезет. Упаковано уже на фул. Ладно, оставим пока стрелы. Красный огненный щит, уровень 4. Красный огненный щит берегает заклинателя от огненного урона, окружая его сплошной стеной пламени. Не только дает 50 и сопротивление огню, но и защищает заклинателя от атак с расстояния до 5 футов. Плюс получает дама, когда меня атакуют. Да, вот эта битва с... Так, подожди, защищает заклинателя от атак с расстояния до 5 футов. До 5. Это значит, что есть... По мне должны стрелять в упор, чтобы он дефал. Это просто... Ну ладно.
Погоди, запишу. Чтобы не забыть. Эх, колдовскую мантию не опознать. Что, киберпанк снова перенесли? Снова? Опять перенесли? Никогда такого не было, а вот опять перенесли. Ребят, еще один куколдун. Чего тебе? Уже берусь. Ну, уже берусь. Так, там шоу Бенни Хилла продолжается. Эта штука ослепла. Прекрасно. А где там этот мой молодой с хостой? Ладно, выпустить Кракена. Я говорю, выпустить Кракена. Чего тебе? Ну так говори. Может, геймплей пофиксят? Пашки не подсказали, что нужно сделать, чтобы количество заклинаний увеличить. Так ничего не нужно делать. Так оно и должно быть. Два месяца фиксить будут. Но лучше пусть уж допилено выпустят, чем непонятно в каком виде. Правда же? Самое забавное, что чувак с тапками убежал куда-то непонятно куда. Он походу закошмарил, он куда-то просто впедалил. Прекрасная далека. А, давай вот закончим мы болтать и перейдем сразу к смертоубийству. Чего сделано? Вот он наш главный друг. Давай закончим болтать и перейдем сразу к смертоубийству. Ну, сделано. Че, погоди, перейдем. Говори. Хотеть киберпанк вот прям сейчас? The Last of Us 2 делать не больненько. Чего тебе? Уже берусь. The Last of Us. Драсус, нам вновь требуются твои услуги. Мы ожидаем вторжения в наши шахты в Клоаквуде. Ты должен сопроводить туда... Давай, Орна. Да боже. И предотвратить проникновение или нападение любого, кто окажется настолько глуп, чтобы бросить тебе вызов. Твоя стандартная плата на этот раз будет удвоена. Если все пройдет хорошо, можешь рассчитывать на более, на большее. Риэлтор. Окей. Здравствуйте. Да, Last of Gachi Boss. Last of S. S Weekend. Так, что-то напихали тут всякого куколдунского. Познать, что ли? То есть мне можно уже не играть в The Last of Us. Все герои переосмыслены. Баба Терминатор топ. Что-то какой-то мимас, кстати, с этой Бабой Терминатором я уже видел. Лапы гепарда. Здорово, дед. Посмотрел уже геймплей The Last of Us?
Сапоги скорости, лапы гепарда, дезочарованные сапоги, когда были собственностью опасного ассасина, любившего догонять свои жертвы. Он двигался с такой скоростью, что его жертв зачастую не было никаких шансов спастись, даже находясь верхом на лошади. Со временем слава убийцы распространилась, и хотя его имя так и осталось неизвестно, все знали, что нужно бояться тех слов, что слышали все его жертвы в последний раз. От меня можно спрятаться, но не убежать. Увеличивает скорость передвижения вдвое. Ну, теперь-то заживем. И плюс 5 отметательного, это тоже, конечно, неплохо. Абсолютно такой же, что и в первой. Говорят, раньше эти ботинки еще полноценную косту давали. Типа еще и количество атак увеличивали. Полноценная эта хоста не только тебя быстрее делает, но еще и атаки удваивает. Теперь все не удваивает атаки. Обломайтесь. Латы Фалларайна. Класс защиты 2, но это все хуже, чем то, что у меня было. Мантия путешественника шляпа. Мантия резиста к холоду шляпа. У меня есть такая, кстати. Моргенштерн плюс 1. Но особо-то ничего интересного и нет. Ну, конечно, хороши. Бегать, кидать ослепление еще веселее, но вот если бы еще атаковать два раза быстрее, ух. А вот раньше-то были сапоги, так сапоги, а сейчас-то хатьфу. Представляешь, так отбежал и как накидал в два раза больше. Та-та-та-ра-да-ра-та-т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 а-
Даже звуки анимации доверия не внушают. Очень зря они в качестве оружейного консультанта нанимали киберкотлету из КС. Это вы все про... Сделано. Этот самый? Про The Last of S? Наследие Покловина, да. Балдурс Кек, дед. Это Балдурс Кек. И Покловин Гейт. Говори, уже берусь. Чего тебе? Чего мне? Да вот, даже не знаю. Пойти, что ли, продаться, тут раскидаться, а то что-то напихали всякого. Ну, сделано. Заберу что-нибудь с собой в дорогу. Эх, в гостинице... Так, подожди, вроде в гостинице кто-то тут был неподалеку. Прям не бегать далеко. Проституешь за то, что Тянку добавили консультантом оружейным или что? Что тебе не понравилось, Лола? The Last of S. Здорово, здорово. О, раз встретить тебя, юное создание. Надеюсь, все хорошо. Я многое слышал о тебе за последние несколько недель. И признаюсь, я очень впечатлен. Преследуешь меня, старик? Лишь по рассказам и историям, уверяю тебя, в последнее время о тебе много говорят, и наверняка большинство этих слухов правдиво. Многое я сделал бы так же, хотя мои методы, скорее всего, были бы другими. Без сомнения, обнаруженные тобой подсказки направили тебя в том же направлении, в котором двигался бы и я. Ты обладаешь большими талантами природы. Большими талантами от природы, я уверен. Ты будешь использовать их надлежащим образом. Ну а куда бы ты пошел дальше? Как ты уже без сомнения понимаешь, подсказки указывают на лес к Локвуду. Вполне вероятно, что негодяи, стоящие за бандитами, имеют к этому лесу, как в этом лесу, какую-то базу. Разумеется, я говорю лишь уже известные тебе вещи.
Удачи тебе в путешествиях, юное создание. Будь осторожнее, поскольку тебе довелось нажить могущественных врагов, как здесь, так и внутри себя. Извини, что не могу выражаться яснее, но события должны разворачиваться сами по себе, без вмешательства старика. Когда 6.2? Скоро? Уже вот-вот, уже на днях. Что за терминатор, что будет игра? А, так за сильную независимую тянку. Собственно, что удивительного? Хорошо, что такое? Цель же Шмета Лола. Последнее время. Да направит Глиттер Голд ваш взор в странствиях. Чего бы вдруг мета на сильных и независимых взяла и прошла внезапно? Сделано. Чего тебе? Хорошо. Что такое? Главный персональный враг деда Эльминстер. Дед должен быть ну, только один. Сделано. Сделано. Моя таверна открыта для любого, кто умеет прилично себя вести. Блин, ну и дешевка, конечно. Там Моргенштерн плюс один туда-сюда. Блин, ну свои тапочки я бы это самое. Я так ли часто я перестреливаюсь? Говори, уже берусь. Как бы не хотелось, а все равно нужно пилить на хату, на базу. Уже берусь. Ну теперь хотя бы делать это в два раза быстрее. Для одного дня. Хорошо, что такое? Хочешь виски? Так. Сюда мои тапочки, сюда стрелы. Да, сойдет. Не понимаешь, что такое трусильный оттен? Рилли, это не мужик с маленькими сиськами. Раз меня им профессионал. А кто такая сильная тян тогда, если не мужик с маленькими сиськами? Башню дурлага уже прокатил, но в подвал не спустился, в остальном вроде тут напроходил сколько смог. Там что-то душновато как-то, я ничего не могу сделать скелетом и мясным големом. Они не им кажутся, убивают мою слизь, и я им почти по ним почти не дамажу, но могу сейчас, наверное, сапогами их раскатить. Но что-то лень бегать 10 тысяч лет. Хорошо, что такое? Уже берусь. Зина, королева воинов, вот это вот сильно независимая. А ведь именно Зина в свое время вот это вот... Ай-яй-яй-яй-яй. Она там... Это было ее боевое клич, а не выход пилорменов. Ну, теперь-то можно и без этого самого. Экспы, понимаю. Геркулеса еще помнишь? Зэби геймплея много, там она еще раком станет и покажет свои мускулистые сиськи. Сильная тян, прежде всего тян. Ксенонорм, например. А, ты про королеву воинов, понимаю. И Алая Эбигейл. И все это когда-то давно по СТС. Так, подожди. Я немножко не туда. Не сюда меня занесло, пока этот cool story бобил. Мне в шахту надо. Ой. Сделано. Кстати, да. Хотел попробовать же еще с этими... С увернами.
Так и не выяснил, сколько за них экспы дают. За больших. За малышей-то вроде не особенно много. А вот сколько за больших токсичных виверна? Да, теперь hit and run станет еще проще. Этого больше, чем достаточно. Там и так есть репрезентация сильной тени. Элли, например, куда сильнее это? Есть сильно независимая Элли. Та самая домик, которая улетела в страну Оз. Уже не первый раз эмансипированный Этьен в играх почему-то начинает вести себя как быдло мужики. Вспомнить хотя бы кирпичных дочек. Но они такие типа стильные, молодежные. Но также все себя тянки ведут. В этом возрасте разве нет? Сильно независимо и чисто пацанки. Настолько сильно независимые пацанки. Дрожь земли, 21.00 на СТС. Они были мерзкие. Ходил клириком-магом с соло на наследии. Вначале душил его и по кустам до скелетов качался. Там фейс-ролл почти во всех моментах. До самого ластфайта пришлось немного пораскинуть мозгами. Тактикульно подумать. Вот уж. Самое главное, победил. Победил, да. 1400, как за Василисков? Еще череп можно верно снять. Блин. Это уже 2 часа. 2 часа ослеплелеть работает. Отрубленная голова верно, одновременно пугающее и обнадеживающее зрелище. Ну, наверное, с ней можно что-то сделать, продать ее куда-то. Ускорение еще добавит, скорость передвижения. Чё-то сомневаюсь. Сильно сомневаюсь, что это так работает. Нашлась палка-ковырялка неплохая, которая до этого не придавала значения. Лирика там еще вроде заклинания есть, которое касание, которое 1 хп оставляет. Уже должно быть норм. Самое главное, малыш-то есть у мага. Ослеплялить и есть. Ну, уже можно жить. Голову храм можно отдать. Билд с лучника новый. Ну, практически, да. Видишь, сижу в кустах и... Это прям полноценно в кусты досесть, вот. Ладно, не буду выделываться. Тут можно по 2800 экспы фармить. Пока не упрешься в кап. По 3000 опыта за 2 виверн. Но я же иммерсивный стример, в конце концов. Иммерсивные стримеры иммерсивно стримит. Иммерсивный стрим. Если бы еще вещи с пола не пропадали. Ой. Здрасте. Чего тебе? Снимаю, ну, с одного удара две этих. С одного удара две полоски. Задолбали эти абузеры, благослови вас Господь. Закупать невыгодно, просто элементально еще, ну. Наверняка буду закупать, знаешь, под Last Fight, а пока даже не знаю. Какие-то они дорогие, как будто. Как будто они в 108 раз дороже, чем обычные. 108 вроде стоит стрела плюс 1. Вроде бы и можно, а вроде бы пока и не нужно.
Как угадаешь? Не ломается. Хорошо. Что да, такое? Их я тоже, может быть, под Last Fight оставлю, эти самые стрелы, которые яд вешают. Я пока просто шекели оставляю на ласт катку. Или мне, может, что-нибудь подвернется классно из свитков заклинаний, что прикупить можно будет. Или там... Уже берусь. Нужно было вступать в армию. Говори. Здорово, спасибо. Может быть, какой-нибудь амулет уже наконец. Всю игру без амулета. Чего тебе? Может быть, еще что классное. Хорошо, что такое? Нужно. Говорят, тут где-то еще сет брони Балдурана есть. О нем можно еще подумать. Но только подумать. Блин, я вроде только вышел, а как бы стрелы-то они уже намекают на то, что нужно еще раз выйти и зайти, как полагается. Сделано. Хорошо. Что такое? Да не душите. Сделано. Сделано. Хорошо. Что такое? Хорошо. Что такое? Сделано. Ненавижу этих педиков из пламенного кулака. Не одобряю. Категорически. Какая скорость будет? Это из-за тебя, сволочь, провалилась наша операция по добыче руды. Но так тебя занесло не туда, приятель. Я тот злобный сукин сын, что тебе все кости пересчитает. Ждаем всем чатом. За это я его расстреляю. Я его настолько осуждаю, что ушатаю, вырву глаза и расстреляю. Большего он не заслуживает. Помоги нам, пожалуйста. Мы за... Спасите меня, господин. Пожалуйста, спасите. В общем, осуждаем. Пламенный кулак вообще звучит угрожающе. Да, слушай. Когда обманули дурака на два пламенных кулака. Киквы. Уже берусь. Так, похоже, мне предлагают шахту почистить. Помоги. Мужиков. Помогите! Заберите меня из этого ада. Заберите меня из этого ада. Дима, если избавиться от стражи местной, то... Колдун-лучник на страже Сашкиного спокойствия. Спасите меня, господин, пожалуйста, спасите. Ладно, давай по кулстуре бобин, допустим. Стража, стража, Андерсон плохо отзывается до Эвро. Постой, ты ведь не из стражи. А, стража, стража. Заберите меня! Есть две причины, по которым я калачу этой киркой по камням. Хочешь услышать? Ну давай. Первая, каждый раз, когда я ударяю киркой, я представляю, что этот камень — череп моего поработителя. Вторая, те жалкие искры, которые высекает моя кирка при ударе, это единственный свет, который я вижу. Если ты тоже попадаешь в рабство, как когда-то я, ты быстро это уяснишь. А-а-а,
Cool Story Bob. Так, ну похоже, что выпускать-то их и не нужно. Помоги нам! Что происходит? Ты не из наших похитителей? Ну, выбирайтесь на поверхность и бегите, пока еще есть время. Я разберусь тут с оставшимися стражниками. О, благодарю тебя, незнакомец, с каждой частичкой силы, что еще осталось во мне. Я не видел дневного света уже 10 тысяч лет. Я мог бы схватить Дзирта с обеими руками, связанными со спиной. Эй, ты, тебе нельзя здесь находиться, сдавайся немедленно. Пошел, готовься к смерти. Ты ведь не убьешь мужчину, у которого есть жена и десяток детишек, правда? Усюка. Давит на моральную сторону. Но если у тебя уже есть десяток детишек, то ты сам должен порадоваться тому, что я тебя сейчас выпилю. Еще как. А что ты побежал-то? Понял, решил. Передумал нападать. Заберите меня из этого ада. Так, хорошо, ты пойдешь со мной. Пойдем с тобой вместе шахту чистить. Заберите меня! Кажется, не делал я раньше, ты из новых наемников Давайрона. Может, подскажешь мне, где его найти? Почему ты задаешь мне такой вопрос? Я ничего не знаю, просто оставь меня в покое. Ну ладно. Потом убить и понять, получить опять опыт, но ведь там репутация еще падает. Уже есть система репутации, которую не стоит лишний раз провоцировать. Потому что придут иначе, если у тебя будет слишком низкая репутация, тебя везде будут преследовать пипокловины до тех пор, пока не убьют. А убьют они быстро. Уже система мгновенной кармы. Практически. Ну так вперед! Как только роняешь карму, так сразу приходят мужики и карают тебя. Нужно было вступать в армию. Подожди. Не души мою экспу. Сам этого мужика добьем. Убивать, воскрешать и снова убивать. Воскрешать нечем. Десяток детишек, срочно прервите его страдания. Актера с колесом можно взять квест. Спепка, кого-то там опыт есть? Или бассейны сделали их на этой сложности неубиваемыми? Так они в принципе там неубиваемы. Они просто приходят и душат тебя. Что такое? Они прямо из воздуха спавнятся и все, как бы ты ничего не можешь сделать. Насколько я знаю, просто отряд пипокловинов приходит и все, и тебе вафли. Прям материализуется в воздухе. Голову, пока он не умер. И кто же ты, приятель? Собираешься купить немного железа или еще чего-нибудь? Послушай, раз уж ты тут, может, дашь мне пару советов? Моя жена в последнее время постоянно жалуется на нашу постельную жизнь. Видишь ли, со всеми этими проблемами и стрессами моего жеребца энергию поубавилась. Если понимаешь, о чем я. Чай тебе дам. Как человек с ачивкой на 5 секунд, сейчас тебе расскажу. Надо просто почаще дышать свежим воздухом, возможно, это из-за испарений, которых полно в шахтах. Эй, подожди-ка секунду, теперь я тебя узнаю. Это из-за тебя, приятель, у нас в последнее время куча неприятностей. Сдавайся сейчас же. Сначала с пиписькой своей разберись, а потом уже со мной начинай воевать. Не пойду, короче, в шахту работать. Ну его нафиг. Испарение там. Проблемы с жеребцами. Карма как мыло в тюречке, стоит уронить и... Ну там нужно еще постараться, чтобы уронить, ты, конечно, идти просто выпиливать всех подряд. Прям никого не щадить. Помогите! И тогда сработает триггер на саммон пипокловинов.
Помоги нам, пожалуйста. Итак, снова неумеха. Что ж, я не удивлен, мне надоело работать на тебя и твоих хозяев и Железного Трона. Давай, покажи, что можешь. Меня все равно моя жизнь больше не волнует. Поможешь мне? Думаешь, я совсем дурак? Почему бы тебе не пойти и не трахнуть пару овец? Я не желаю больше слушать твои нелепые рассказы. Блин, у одного не стоит, у второго проблемы с овцами. Да что с вами со всеми не так? Травили душной историей? Вполне может быть, да. Уже как будто и не хочется никого из них спасать. Это здесь должен быть затвор, который отделяет шахты от речного потока. Найди его, и тогда, быть может, у тебя получится прервать это адское место, превратить это адское место в не более чем затопленное воспоминание о прошлом. И где же он? Я не знаю, говорят только, что давай Рон все время носил ключ у него от него при себе. Ага. Лучше быть первым. Да, вот чего людей шахта доводит. Антикл. Спасите меня! Когда-то я был бардом, я знал все когда-либо написанные песни и мог прекрасно их исполнять, но теперь мое горло забито пылью, а мои легкие зачахли в этом холодном воздухе. Тысяча проклятий на этого Давайрона и на того, кто его нанял. Ух. Помогите! Неужели сделали нормальные люди? Так сколько лет-то игре? Хотя, справедливости ради, они тут добавили парочку... Вроде как в переиздании не добавили парочку персонажей капопрайдных. Ну, чтобы немножко соответствовать текущим реалиям. А то сейчас незаконно выпускать игру без этого всего. Сами понимаете. Не пойдет народ, так сказать. Меня кто забрал? Заберите меня из этого. Да, тапки, конечно, классные. Все, вот во всему виной. Может быть, дело не в CO2. Может быть... Хотя... Блин, я думаю, мне нужно сделать срочный рейд за стрелами. Я прям вижу, как мне их не хватит. Прям точно не хватит. Надо идти за стрелами. Ничего не поделать. Сделано. Хорошо. Что-то сделано. Не хватает минералов. Надо легион стрел набрать. Теперь меня эти пауки поймать не могут. Достаточно для одного дня. Да не зевай ты, я сам не так давно проснулся. Сделано. Так. Я могу сделать все, что захотите, причем за небольшую плату. Сделай ко мне. Стрел да побольше. Блин, голова виверны стоит 500 шекелей, но он ее не берет. Куда ее сдавать? Куда тут головы виверн сдает? А чем там стрела плюс один? Ну типа стрела плюс один 112 шекелей за 10 штук. У этого они еще и ограничены. Сделано. Может, магу, да. Как раз хотел к нему дойти все равно. Еще за 3.50 можно сдать. Так, где ты?
уже берусь. Я могу вам помочь? Можешь, можешь. У меня тут скальп один завалялся. Убирай. Хорошо. Что такое? Уже вдруг берусь. У него там что-то появилось. Постой, постой. Сделано. Надо вздремнуть. О, чумошный скелет. Дай-ка я тебя двуручником напихаю. Или не напихаю. Липой чумошный скелет против меня. У кого? Только полуор, который убил в катсцене, а потом слонил ваншот. Так вроде еще там кого-то добавляли, не? Конечно, дед играл еще в те времена, когда ничего этого не было. Фельдпостын? Точно не помню. Фельдпостын? Лучше бы сказали, где свиток продается открывание замков. Добавляли, но из прям розовых он ли он? Розовых, как мило. Хорошо, что такое? Сделано. О, почему цветом силы. Жить в таком занюханном блин, да, действительно, он покупает головы. Виверн. Почему-то у меня еще максимальная скидка. У него 200 кислотных стрел еще есть. Тоже куплю. На Last Fight. Все остальное это я у него уже брал, да? Ну, кроме удачи, силы. Линия, которые не работают. Вампира, защита от холода, от огня. Ну, блин, давай. Могу это выучить. Мне тут, конечно, еще... Этот еще... Сферу невзимости кастует. Первого и второго круга. Улучшение из-под бросков. Улучшение класса защиты против метательного. И немножко себе в лицо ходишь. Это кольцо, которое телосложение тебе режет. Но дает класс защиты плюс один. И против метательного. И минус от яда. Что ж такое? Свиток замков вроде не купить. Ты не смотрел там на всякие васянские моды какие-нибудь для старых игрулек? Васянские моды на старые игрульки? Спайдер Бэй нашел? Ну да. Ты о чем вообще? Какие старые моды? Получается, у меня теперь есть красный огненный щит, который деф от огня дает небольшой, да? От фаерболов выживать случайных. Еще есть защита от холода 50. Ну, у меня там пояс вообще есть на 50. Но тут просто... Там пояс на 100, тут на 50. И защита от огня на 50. Обычная. Ну, слушай, это чуть полезнее, пожалуй. И все, что было до этого. Какая дорогая мороженка, Лола. И самые моды начинаются на возвращение, заканчиваются на непонятно что. Ну, не знаю, не знаю. О, почему я должен жить в таком занюханном городишке? А это случайно не... Эта дудка, это не амулет случайно у тебя? А, это артефакт, который можно отдуть 15 раз. Ну, фу, я-то думал. Я-то думал, что-то классное у тебя. Хорошо. Что такое?
Кстати, а почему с двуручником ходишь два раза медленнее? Потому что двуручник... дает иммунитет замедлению, дает иммунитет к ускорению? Потому что он криво работает? Типа он дает тебе иммун к этому эффекту замедления, но при этом он еще дает иммунитет к ускорению. Ядрить наркомань. Вот же ж рукожопы. Понимаю. То есть они в переиздании понерфили ботинки, чтобы они допа так не давали. Но при этом не не додумались пофиксить. Сделано. Это же явно, сука, нелогично. Так и должно быть, как должно быть. Хорошо. Что такое? Будто дупатак никогда не давали в БГ. Да хрен с ними с дупатаками. Почему меч его замедляет? Ну, они же обратили внимание. Есть как бы в первом новоринтере, ботинки с хвостой, они дают дупатаки. Сделано. 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 Хорошо. Что такое? Тяжелый реализм на самом старте. Да не суть. Двуручников реакшн нейтралит все. Да какой нейтралит все? Тут же написано прямым текстом. Свобода, блин, действий. Во-первых, иммун к негативным эффектам. Негативным эффектам, влияющим на его передвижение. Негативным. Сделано. Сделано. Уже беру. Говори. Нужен уже настольный берусь. Рулбук. Как это сделано. Там работало? Соберите меня. То есть он как бы при этом отменяет и какой-нибудь хаст? Либо описание кривое. Сделано. Либо я что-то не понимаю в этой жизни. Ладно, сделаем вид, что-то кривое, кривой перевод просто. Тупо, конечно. Уже берусь. Видимо, ничего не поделать. Ни хрена вас тут. Вот бы фаербол рабочий. Ух. Сделано. А-а-а, помогите! А-а-а, помогите! А-а-а, помогите! Накатить мод на правильный перевод. Уже берусь. Так, ну что, наверное, босс качалки ты. Лучше бы у тебя была веская причина находиться здесь. Ну, вообще-то у меня ее нет. Это ведь не проблема, правда? Я здесь, чтобы... так. Приобрести немножко железной руды. Да Ворон ничего не говорил мне об этом. Думаю, ты лжешь. Но ведь... Неплохо было бы меня немного подлатать.
Ведь я не лгу. Никогда не лгу и никогда не говорю правду. Может, чтоб хосту не снимал. Вот, то, что дает иммунитет к хосте, слову и прочему, прочему. Тогда просто описание кривое. Если описание кривое, то вопросов нет. Тогда вопросов нет. Ну вы-то откуда лезете, бомжи? Говори, чего уже берусь? Я тут один стоял. Давай сюда. Понаспавнила мужиков в Deep Dark Dungeon. Да, еще один, боже. Нужно было вступать в армию. Понабежала. Всего лишь поспать хотела, уже мужики пришли. Станем сочувствовать. Здорово, Фозер, да. Ну так вперед. Вступай в наше доблестное Сашка-братство. Мы, Сашки, имя нам Легион. Ибо нас много. А всех остальных мало. Ведь, как известно, Сашка самое популярное имя в России. Мужицкое. Уже берусь. Да, мужики, ну дайте поспать-то, чё вы душите? Или тут скрипт? Стойте только прилечь, сразу же приходят мужики. Уже берусь. Начинают душить. Шансов прям. Прям созвучно с тестостерон. Ну о чем? О чем речь? Боже. Похоже, ready скрипт. Хорошо. А что нет, такое? Просто шанс какой-то космический на то, что мужики появятся. Когда уснешь. Хорошо, что в жизни так не работает. Что ж, мужественные искатели приключений нашли дорогу к моему логову. Ложишься спать, а рядом потом просыпаешься уже от трех мужиков. Зачем ты здесь? Украсть мои богатства? Или, может быть, хочешь справедливо наказать меня за оскорбление своей морали? Да, я пришел тебя наказать. Это не важно, ведь ты не сможешь сделать ни того, ни другого, прежде чем я избавлюсь от тебя каким-нибудь ужасным способом. Пожалуй, я должен представиться. Меня знают под именем Давайрон. Давайорн. Я бы спросил твое имя, но меня не тянет знакомиться с мертвечиной. Да, мертвые не разговаривают. Зачем мне твое имя? Зачем мне имя трупа? Ничего себе, ты мне в кусты кинул. Вот так вот, значит, разговор. Это ловушка, трапа сработала. А еще, блин, он с двумя огненными мужиками. Но вот это уже проблема, да, что он с двумя мужиками. Так, и что нам может помочь? Что делать, соратники квест перестают давать? Идти на Вики, очевидно. Это же явно проблема Ванили, а не Раквы. Смотреть команду какую-нибудь на Вики. Сделано. Сделано. Уже берусь.
Нужно решать вопрос на этом этаже. И желательно решать вопрос после того, как... Неплохо было бы меня немного подлатать. Триггер ловушки где-то стоит. Так, для начала можно попробовать поговорить с тобой. Помогите! Ты, тебе удалось убить Даваорна, и, о, пожалуйста, не убивай меня, пожалуйста, 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 я всего лишь его ученик, клянусь, я ничего не знаю. Ладно, я знаю немного, но я был у него только учеником, честно, я могу помочь тебе. Да, я могу сообщить тебе какие-нибудь сведения, спроси меня о чем-нибудь, давай, спроси меня о чем-нибудь. Почему так много? Потому что у него иллюзия быть 15 уровнем. А, ну да, если у тебя квест... На то, чтобы отправиться в Кайрон не появляется, то тебе нужен 15 уровень, да. Раньше 15-го в пыльный Кайрон тебя не пустят на становление оборотнем. Где удалось убить Даваорна? Так, ага. Какова цель этого сооружения? Шахты? Я думаю, они собирались выглядеть спасителями, привозя свои запасы железа для оснащения войск или что-то в этом роде. С помощью бандитских набегов и слухов обо мне Железный Трон подстроил все так, чтобы герцоги Врат Балдур оказались в том положении, в котором им понадобится много руды и оружие на случай нападения Амна. Они и полагали, что благодаря этому смогут продавать железо по невероятным ценам. Или, что еще лучше, добиться санкций против конкурентов и смягчения трудового законодательства исключительно для себя. Быстрый способ приобрести влияние на побережье. Это все, что я знаю об этом, клянусь. Здорово, Троекуров. Кто ты? Какова была твоя роль здесь? Я же сказал, я просто ученик Даваорна. Я учился у него, вот и все, я ничего о нем не знаю. Ну, я знаю немного, просто спроси, я все расскажу. Нехватка железа, кто за этим стоит? Кто за этим стоит? Ну, Железный Трон, я полагаю. Даваорн управлял этим местом по поручению оригинальных боссов из Врат Балдура. С помощью какого-то странного зелья они испортили все имеющиеся запасы железа с помощью... Мулахия воспрепятствовали добыче новой руды, а с помощью бандитов срывали все поставки железа торговыми караванами. Скоро нехватка железа станет реальной угрозой. Ты все это ты так знаешь, раз Мулахий погиб от твоей руки. Теперь я могу идти. И умрешь за участие в их планах. О, пожалуйста, нет, я расскажу тебе все. Я всего лишь слуга, клянусь, отныне я буду хорошим, пожалуйста. Изыди. Нет, надо спасаться. Как же начинается это заклинание? И он просто взял и свалил. Воу. Потому что он, видимо, где-то еще должен будет поучаствовать в сюжете. А мне нужно так или иначе этого... Даваорна как-то придушить, да? Уже берусь. Блин. Сделано. Чё там? Чё интересного, да? Пошло колдовство. Мне нужно этих бомжей как-то раскатить. Надо их выманить отсюда. Сделано. Помогите! Не менее они наверх не поднимаются, нифига. Хорошо. Что такое? Ну, они хотя бы отошли от куколдуна. Из плюсов. Ой. Душное желе. Точно надо бегать, что-то искать. Там мужики стоят. Сдохните, наглые щенки. И, кстати, это хреновина защита от стрел. Его только плюс один стрелами пробивать. На четвертом левеле этой шахты как раз есть свиток открытия дверей и сундуков. Это интересно, какой этаж. Да еще на один этаж ниже.
Да я могу, я тут соснуть. Могу, но опять же появятся мужики. Уже берусь. Капец, шанс появления мужиков просто забей. Так, что мы с ним делать будем? Сделано. На четвертом уровне, да, здесь? Ну, во-первых, насколько я помню, эти ни хрена не им кажутся ужасы. Из плохих новостей. Там вроде бы даже шанса нет. Того, что оно сработает на него. Хорошо. Что такое? Хорошо. Что такое? Говори. Хорошо. Что такое? Потому что там даже проверка не идет. Уже берусь. Зато на самого бомжа кастуется Кикве. Лютые мужики, ну да, лютые мужики сейчас нам помогут. Я не помню, что это в БГ, чтобы не спавнилось, надо во время сна двери закрывать. Да не обязательно. Но просто потерпеть, и однажды они не заспавнятся. Перемещают заклинатель в любое место в пределах его видимости. После прочтения перед этим, перед ним открывается портал, в который... Он сразу же и заходит, после этого он мгновенно оказывается в нужной точке. То у него блинк есть, у него есть конус холода. Заклинатель выпускает рук 5. Хоть посмотреть, что за заклинание у магов есть. Заклинатель выпускает из рук поле сильнейшего холода в форме конуса длиной 17 футов с углом 90 градусов. Оно высасывает тепло и носит 1d4 плюс 1 урона за холода, так, от холода за уровень заклинателя. О боже, боже. 50 урона холода на 10 левеле. Даже белку не убить. Держать персону. Так, ну это ладно, паралич, окей. Пламенная стрела, фаербол. Уже белку не убивает. Зеркальный образ, магический снаряд. Понятно, ну это все помойка. Она работает только против меня. Говори. А против нормальных врагов не работает. Ваши усилия напрасны. И пищите перед могуществом моих чар. Чего тебе? Хорошо. Что такое? Какими он их убьет сейчас? Ну так впи... Хорошо. Что такое? Он даже тут сам раскастовывается. Забавно. С него Агар уже спал, но ужас за ним все равно бегает, чтобы его откуканить. Блин, перестал бегать. Сделано. А у него мозги были выключены. Там вроде и несложно им кажется. Говори. Чем под себя заклинание накастуем просто? Напрасны. Блин, и с него сразу же спадает МК. Может быть, он спадает тогда. Да, это МК, когда берусь. Он под себя ходит. Уже берусь.
Кстати, бейте, бейте его. Говори. Сделано. Ваши усилия напрасны. Чего тебе? Хорошо. Что такое? Трепещите. Ну, уже берусь. Бейте его, мужики. А вот что он кастует? Говорю, уже берусь. Ваш не бесите. Я, похоже, спадает, когда он. Когда он кастует что-то. Я еще не представляю, как этих мужиков убивать. Им вообще на все насрать просто. Да хватит блинковаться, пес. Что такое? Я же и выключен. Хорошо. Что такое? У него там скрип просто на телесюка телепорты. Трепещите. Чего тебе? Хорошо. Что такое? Мне тут в кусты нельзя уходить, может быть. Там по ХП триггер на телепорт. Вы нанесли серьезный удар организации, известной как Железный Трон. Удар, который, вы уверены, не пройдет незамеченным. Сейчас вы должны направиться во врата Балдура. Великий город, в котором, несомненно, лежит разгадка всех бедствий, обрушившихся на берег мечей. Не, думаю, если потом где-то придется с ними воевать, то... Как их вообще убивать, я не представляю. Так, да, они его вшатали. Там минус экспан, это уже не имеет значения. Осталось слутать. Лутать и сбежать. Ну, с тапками скорости сделать это несложно. Так. Что-то у тебя тут щитец. Я вроде все и так знаю. Что-нибудь интересное у тебя есть? Ключ, магический инструмент, который отключает охранные символы, удерживающие речной затвор на первом уровне шахт. Окей. Палка самая обычная. Давай, Орн, я получил твою просьбу о новых храбах. Их пришлют как можно скорее. Дела у вратах Балдура идут хорошо. Мы приобрели одно из западных дворянских поместий, чтобы использовать его как базу. Это древнее здание, которое было построено, скорее всего, еще до возведения второй стены. Оно послужит надежной защитой от тех, кто попытается что-нибудь украсть. Не забудь спросить Еслика, нравится ли ему новое жилище его. Давай, Орн, пока все идет гладко. Саревак прибыл из нашей штаб-квартиры в Ордулине. Он привез новости от наших хозяев, они пока довольны нашими успехами. Я планирую сделать Саревака главнокомандующим нашими наемниками в этом регионе. Он уже отправил своего подчиненного Тазика в лес забытых, в лес острых зубов, чтобы тот принял командование над расположенными там войсками. В вратах Балдура дела идут полным ходом. Мы заслали первого агента в ряды торговой компании «Семь Солнц». Ага. Мужики, вы тут не против, если я немножко перепишу там? Постоим тут, почилим. Как ты, вероятно, слышал, железный яд уже заполонил все побережье мечей. Учитывая, что большинство путей поставок железа перекрыто тазиком, почти все железо приходит из зараженного источника в Няшкеле. Восстановление сетилийцев вам ненаглядно показало, что в этой стране нет силы и способности совладать с мощью наших наемников. Однако пламенный кулак поймал несколько из числа черных когтей. А все пойманные утверждали о преданности Зентариму, отводя тем самым подозрение от Железного Трона. Я послал Транцига работать с наемниками для транспортировки железа на твою базу в Клоаквуде.
Он привез несколько безразмерных мешков, теперь один отправится в Клоквуд, тем самым снизив вероятность того, что разведчики Пламенного Кулака найдут твое укрытие. Так, ну все, это можно, можно убрать, стрелу надо даже вернуть. Да, ну да. Че, господа? Сделано. На созвоне. Говорите, где-то здесь есть заклинание открытия дверей. Че, сундуки? Да я понял, мне нужно поспать. Пожалуйста. То я себя неважно ощущаю. Этой ночью вы видите во сне кровь. Кровь не на клинке и не на ваших руках. Она бурной рекой течет через королевство, затапливает поля и леса, приносит вас к самому краю мира и угрожает смыть в пустоту. Вас страшит эта кровь. Это огромная сила, уничтожающая любое сопротивление. Это чудовище, которое нельзя остановить. Если бы на нее можно было взглянуть с высоты, показалось бы, что весь мир заключен в ее черно-красные объятия. Однако у вас нет такой удобной точки обзора. Вы видите потоп изнутри и замечаете, что он движется не единым целым, а отдельными потоками, течениями, водоворотами. Спокойные участки дают передохнуть, а дикие водовороты рвут тело на части. В целом, океан крови, похоже, бушует без всякого направления и цели. Но как раз это вы можете ему обеспечить. Пусть сейчас вас несет течение, но решимость позволит вам приспособить его для ваших нужд и выжить. Есть еще варианты. Есть возможность выбора. Прилив поднимается, но вы уже можете плыть куда захотите. Вы на корабле под названием «Настойчивость». И поднимаете паруса упорства. Неожиданно накатившая волна кладет конец и вашему плаванию, и сну. Похоже, у потока все-таки есть собственная воля, и ваша попытка управлять им пришлась ему не по нраву. Ага. Ладно, по cool story бобили. Мне снова какую-то обилку дали. Полученную особая способность замедлить яд. Так она у меня уже была. Или мне ее вторую дали. Теперь у меня две обилки хила и два замедления яда. Прекрасно. Помогите. Великолепно. Могу все иконохи яд замедлить. Уже берусь. Это же четвертый этаж, но я не знаю, могу пробовать поскрывать все сундуки и посмотреть, что тут есть. Там с кого-то дропнулось зелье, там не так и зелье. Этого самого. Облачного великана. Так, ну, давай попробуем повскрывать. Все, бицуха 23. Лучше только 25. Тут какой-то мусор. Вообще ни хрена нет. Кольцо, бутылка огненная. Короче, такое себе. Такое себе. Т.
$300. Неплохо мужики, было мужики, бы но не душите, не душите, мужики. Уровень сложности. А может быть, попробуешь прочитать название стрима? А ведь написано. Сделано. Хорошо. Да ёб твою мать, блед, жёванный искусственный интеллект. Я ж тебя вырубал. Сделано. Хорошо. Что такое? Так, дальше. Не удалось сломать даже 23-й силой. Что ж там за замок такой? Ну и хес, тут как будто ничего нет, есть только один замок, который... Хорошо. Который не скрывается с 23-й. Силой. Помогите! Еще я больше не связываться с такими личностями, какую бы выгоду это ни сулило, да я вполне уверен. Перед я буду осторожнее, спасибо, до свидания. Да он что так уходит. Вообще пофигу. А тут еще 3 сундука вот есть. Ну и желешка есть. Вроде непонятно, что делать. Да подожди, где-то у меня была бутылка. В сундуке пробую вскрыть еще. Видишь, тут чего и есть. Да, слушай, смотри-ка. Заклинание стука тут валяется. Область действия, запертая дверь или сундук. Открывает, закрытый на замок, захлопнутая или магические запертые двери. Также отпирает секретные двери, сундуки и ящики. Косарь еще валяется на сдачу. Блин, да тут как бы ништяков-то хватает. Защиты. Там заперто, да? Мне железка мешает открыть. Железка мешает открыть. Уже берутся. Здорово, здорово. Может быть, честная кумите, желешка на желешку. Говори, сделано. Чип сделано. Что-то вражеская желешка как-то какая-то жесткая, а моя какая-то песосная. Надо ее типа как-то от сундука еще отманить.
Не влезет она в коридор. Скорее всего. По размеру не впихивается. Можно пробовать этот сундук теперь открыть. А нет, смотри-ка, влезла. Он заперт. Раз этот замок надо открывать стуком. Хорошо, как ты умеешь бегать. Сделано. Тут хотя бы дали возможность напихать побольше стрел в слот. Так, ну вот. И заклинание вскрытия дают почти в самом конце. Хорошо. Что такое? Держи. Смотри-ка, работает. Действительно работает. Кислотная стрела Мельфа. Сказ магическую стрелу, которая без промаха попадает в цель. Ну, спасибо и на том. Стрела не обладает улучшениями. Тхака или урон уносит 2d4 единицы урона от кислоты. Дополнительного урона, связанного с разбрызгиванием кислоты, нет до каждой 3 уровня. Заклинатель кислоты остается на теле жертвы на дополнительный раунд. За каждым носит еще 2d4 урона. То есть это с 5, с 3 по 5, у меня сейчас 6 уровень. 3 раунда. То есть максимум 24 урона. Ух. Ух. 24 урона. В идеале, если сильно повезет, 24 урона. Понимаю. Так, кастуй-то уже. Да, 24 урона там за 3 раунда и... Хорошо, что такое? Которые даже белку не испугают. Понимали уже всю серьезность. Берусь. Этой штукой даже белку не испугать. Пикуэ. Эта штука не открывалась, да, еще? Тут всего лишь шекели. На в остальных местах вроде ничего интересного да и не было. Сделано. Можно где-то затопить шахту, но, блин, тут еще лут остался, вдруг пригодится. Хозяйство. Хорошо, что такое? Хорошо, что такое? Сделано. Я, пожалуй, просто свалим. Да боже, за мной уже по 5 мужиков уезжают. Хорошо, что такое? Уже по 5. Чем дальше, тем больше мужиков. Так, тебе нужно было, да, опознавали эти. Крестики мантии путешественника, наручи смерти. Наручи класса защиты 6, наручи смерти. Просто класс защиты поднимают. Звучит-то как наручи смерти, е-мое. Мантия злого архимага. У меня такая же.
Один в один. Ух, как я зол. Ладно, уходим. Ничего интересного. Самое интересное уже получено было. Уже берусь. Уже берусь. Да, Архимаг на 6 левеле. Я Дезмон в друзьях ВК есть? Да, вроде был. Что? Ты что-то хочешь мне сказать? Уверен на 90%, что был где-то. Этого больше, чем достаточно. Уже берусь. Им что-то случилось? Хочешь виски? Пора отпивать. И там мантия злого архимага, конечно, 10 тысяч стоит. Ну куда мне вторая? В две мантии не запаковаться. Ну, ключ от речного затвора, может быть, я потом когда-нибудь спущу эту воду. Даже ты в общих друзьях надо оказался не он, или он просто затроллил меня? Чем тебе в ВК? Тебе чего, не хватает в Дискорде? У меня есть для тебя дешевое пиво. Ты думаешь, он там от чего-то скрывается? Что мне сесть можно продавать? Паутину оставлю. Так, и драгоценности. Ожерелье слезы Лаэраль за 3000. Надо было связаться, что он ливнул с Дискорда. Блин, ну может квест какой-то? Может быть, с другой стороны, о чем мне квест? Третьей стороны, о чем мне деньги, у меня там 81 тысяча. Вроде бы. Вроде бы 81к. Выпилился из Дискорда. Нужно прекращать самому свой эль хлебать. Понимаю. Задушили Вестима. Пиквы. Так, и что у меня там по журналу? Ничего. Игра пройдена. Ничего в журнале нет. Вроде как в Балдурку уже идти. Берусь. Хорошо, что такое? Так это вроде последняя глава. И нет. Мне надо найти способ, как полностью прекратить или хотя бы временно остановить добычу железа в кулак. Я думаю, обнаружив шахты, у меня представляется такая возможность, но боюсь, без крови там не обойдется. А, подожди, то есть мне нужно все равно жахнуть эту шахту. То есть пока я не затоплю, дело не пойдет. Я думал, можно отложить. Ладно. Надо все-таки топить. Что такое? Судя по всему, хорошо. Надо топить. Что такое? Подожди, это ж не оно вроде. Отключ. Этого больше, чем достаточно. Для одного сделано. Пойдем топить. Хорошо. Что такое?
На первом уровне, так понимаю, это все-таки и на первом уровне. Не в каком-то же секретном месте. Уже берусь. Хорошо. Что такое? Хорошо. Здесь? Что такое? Это что ли? Спасите меня, господин. Пожалуйста, спасите. Слушай, как обстоит дело? Облапошить их дурней проще простого. Прямо за мной находится стальной затвор, который не пускает сюда реку. Если его открыть, все шахты затопят. Ключ, открывающий этот затвор, есть только у хозяина шахт. А он реально гадкий тип. Если принесешь мне ключ, я смогу с его помощью затопить шахты. Ну ладно. Отлично. Если тебе еще не довелось побывать на нижних уровнях, попытайся найти парня по имени Рил. Он мой хороший друг и... может придумать план, как вывести всех рабов в безопасное место. Увидимся позже и постарайся, чтобы тебя не убили. Помоги нам! Эй, привет, пожалуйста. Снова. Вижу, у тебя есть ключ, наверное. Это была зверская битва с хозяином шахт. Ты, видать, круче, чем я думал, раз тебе удалось выжить. Ладно, давай мне ключ и покончим с этим. О, кстати, Рил уже в курсе происходящего, да? Нужно, чтобы все рабы смогли убраться отсюда живыми. Да, да, он в курсе. Может не беспокоиться, все будет нормально, они в безопасности. Вот ключ, давай. Ну, значит, все в порядке. Как только я открою затвор, нам всем придется бежать со всех ног, иначе нас смоют, как в свое время дворфов клана Аратиар. Ну что, я открываю? Поехали? Да, поехали. Последняя глава. Здоров. Здоров. Сволочь, из-за тебя теперь все там будут гнить внизу. Я едва выбрался из этой ледяной воды. Все мои друзья утонули. Пусть твоя душа сгниет в 9 кругах ада за этот поступок. Всего-то минус 2 кармы, чё? Хоть тьфу на них. Не мытые шахтёры. Так, я затопил шахты в кулак воде, теперь они бесполезны. Кажется, пришло время посетить ближайший город под названием Врата Балдура. Мне придется провести расследование деятельности Железного Трона и выяснить их намерения. Понимаю. Сделано! Ну а чё они? Хорошо, что такое? Так. Понимаю, мне отсюда наверх просто пройти к Балдура. К вратам Балдура. Хорошо. Что такое? Те самые легендарные врата Балдура. Тут можно и стоп-старт делать. Раз-два часа прошло. Да и как бы глава новая там, все дела. Потом оставшиеся 10 тысяч часов убивать последнего босса. И сокровища. У меня 80 тысяч, я не знаю, на что их потратить. Какие сокровища? Ой, еще один. Давненько с вами не виделись. Зачем тебе сокровища? Хочешь денег? Иди вон, виверн поубивай. Две виверны плюс 1000 золота. И 3000 опыта. Наверное, лучшее место для фарма. Шадара 2.0, но я тут... Но только тут было душно всю игру. Где-то. Мне уже не по себе. Это будет апофеоз духоты просто. Не потому, что было до этого. Стойте! Вы вторгаетесь в мои владения!
Никто еще не приходил сюда с таким вооружением, как у тебя. Это те мерзкие рыбаки тебя наняли, да? Говори. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я не имею ничего против тебя, не сомневайся, это так и останется, так что уходи. Амберли укажет мне путь. Да, они послали меня покончить с твоими злодеяниями. А, точно, там квест был 10 тысяч лет назад. Так они же трусливые, как вероломные. Нанимают кого-то со стороны, чтобы сделать то, что они могут сами. Сегодня вечером я положу этому всему конец. Мария требует отмщения. Ты хочешь со мной пиписьками помириться, что ли? Я тебя умоляю, ведьма. Мне как бы настолько страшное кунг-фу, что... Как там диван себе новый арты нашел? Нашел, да, все посмотрели на стриме. И босса нового посмотрели на стриме. Помню, кто-то писал, что очень сложно и нереально пройти, что скажешь на это. Так подожди, я еще и не прошел. Там челик с трубы писал, что соло ты не пройдешь никогда. На этой сложности. Потому что игра старая, олдскульная и непроходимая. Хорошо. Что такое? Кто-то еще писал тоже, что невозможно пройти. Я не справлюсь. Пока что ничего не скажу. Для начала уже нужно дожить до финального босса, там видно будет. Ну, у тебя-то пруфов нет. Сам понимаешь. Точно, у меня же есть стук теперь. Я совсем забыл. Сделано. Говори хорошо. Что такое? Я тебе, конечно, верю, а другие опашки из чата не поверят. Так и скажут. Нет пруфов. Нет веры. А у меня вот все прямо на ваших уже глазах. Берусь. Чуть легче-то как лирик маг. Ну да, тут от воина только немножко хорошо пострелять. Что такое? Какие-то дуалы зачем-то брал, там какие-то длинные мечи зачем-то брал. Нахрен это все надо, как бы, вообще не пользуешься никогда. Потому что в ближнем бою тебя каждый бомж раскатывает. Это все не работает, это все не нужно. Мне вот только, знаешь, интересно, не совсем понятна механика работы ослепления. Оно каким-то образом скилится вообще от уровня от мага. Типа тут ничего не написано про то, что это ослепление, оно работает. Временно ослепляя цель, жертва провалишь вас под бросок против заклинания, получает ухудшение минус один. Вот сложность подброска вообще от уровня мага зависит. Так вообще можно было сделать чисто человека, короче, первый уровень мага, как я уже говорил, да? Ну, два уровня мага, допустим, до невидимости, условно говоря. То есть берешь человек, маг, получаешь три левела, берешь там невидимость, и все. То есть невидимость, ослепление, и все. Дальше чисто воин накачаешь. И берешь воинную специализацию там на луке или там на проще, даже чисто проща, бегаешь с прощой, просто кидаешь во всех булыжники и вызываешь приживалу там, и вот это вот все, короче, то, что я делал. Чё-то не понял, что за ситы, когда ты в статистике смотрел на карму, или как она называется, здесь типа поведение и генерируется при начале новой игры. Хороший вопрос, друг мой. Нарии собственный. Где тут вообще сценарии настраиваются? На вкладке персонажа можно. Ёб твою мать. Можно вот эту штуку убрать, а все остальное оставить. Ну, самое время узнать, что можно настроить ИИ.
Ну, в любом случае, проще всего выключить. Вот тут проблема в том, что... Опас. Пассивный опас. Ап-эс. Ап-эс. Фишка в том, что нужно было бы настроить, как бы, знаете, в идеале вот этих... Самонов, типа, один искусственный интеллект для самонов, а другой для тебя, потому что... Типа, я бы для себя оставил просто полное управление, но чтобы самоны сами по себе атаковали, а то они тупят, даже когда вручную им команду отдаешь. Action Point S. Тут вроде как бы и смысла особого нет одного настраивать. Почем мне? Мне на шапону из скрытности не стрелял. Но для этого достаточно просто искусственный интеллект отрубить. Все. Вот чтобы подконтрольные юниты били и бегали, сами там атаковали, а чтобы мейн персонаж не атаковал без моей команды. А так-то тут настроить нельзя. Хотя, типа, если сейчас включить ИИ, то, наверное... Нет, слушай, может, можно даже... И использовать это ничего, не атаковать врагов. Даже будет для моего персонажа работать, а для бомжей, которых я за МКшу, по идее, они будут атаковать. Наверное, даже так, да. А теперь стоп-старт.